you bye, baby. Bye, you bye, baby. Bye, you bye, baby. Нет, ты классно, когда со мной ты снова рядом. Дыши, мой город воздух нам любви. Ясно, что стрелки гитара бить не надо, чтобы увидеть мой глаза твои. Целый вечер ждать, чтоб тебя обнять. Вон она стоит, с косой, мышь серая. Как у девушки, что ли, а? А я в шоке. Они с ним в институте вместе учились. Он постоянно у нее списывал. Вот она и вцепилась в него. Спасибо, что пришли. Я счастлив, что у меня такие поклонники. До новых встреч! Я порвал зал. Ты видела? Блин, ну почему мы не в Москве? Я бы сделал всех этих звезд. Андрюш, ну зачем тебе эта Москва? Тебя и так весь город любит. Разве этого мало? Я перерос все эти ДК. Мне нужна большая сцена. Кремлевский дворец. Не, ну а помечтать-то я могу. Представляешь, сидим мы здесь с тобой. Открывается дверь, входит какой-нибудь продюсер и говорит: Андрей, я хочу предложить вам контракт на... На миллион долларов. Да что такое миллион? На 100 миллионов. Ну и что ты будешь делать на эти 100 миллионов? Ха. Куплю квартиру, машину самую крутую, виллу на Сицилии, замок во Франции. Хм. Еще самолет и яхту. Заманчиво. А я в твои планы не вписываюсь? Наташ, ну кто, если не ты? Где бы только найти этого продюсера? Достались поклонницы. Скажи, больше никаких автографов. Не помешаю. Добрый вечер. Здрасте. Вы ко мне? Я вижу, вы меня узнали. Но я все равно представлюсь. Михаил Зальцман. Продюсер. А вы садитесь. Это ваша девушка? Да. Угу. Ей выйти? Наташа, выйди, пожалуйста, в коридор. Я там гитару забыл, принеси. Да нет, ну пускай останется, послушает. Как вы понимаете, я здесь не просто так. Проект «Матрешки Интертеймент», которым я занимался, ну, он, в общем, изжил себя. Вот я езжу по провинциям, ищу молодые таланты. И мне кажется, что в вас есть все то, что мне нужно. Харизма, умение держать зал. Голос, правда, никакого, но в наше время это совершенно не важно. Зато я песни сам пишу. Хотите послушать? Нет, нет, спасибо. Такая музыка, она не в моем вкусе. Зачем вы тогда пришли, если вам не нравится ни песня Андрея, ни как он поет? Наташ. Мало ли что мне нравится. Главное, чтобы people хавал. А people хавает. Вот даже в таком вот ужасном исполнении. А что мне еще надо? Ну, голос мы усилим. Внешность подправим. И будешь ты у меня, сынок, звездой. Хочешь? Хочу. Андрюш, я курицу снизу положил, а пирожки сверху, да, чтобы не помялись. Наташа, Наташа, я разберусь, спасибо, не волнуйся. Хозяйственная она у тебя. Не бойся, без ее пирожков скучать будешь. Некогда скучать, работать надо.
А мы контракт когда будем подписывать? Подожди, мне еще тебе приглядеться надо. Андрюш, вы как доберетесь, позвони, ладно? Позвони, детка, только часто он тебе звонить не сможет. Занят очень будет, сама понимаешь. Не, ну вы смотрите, а? Откуда узнали? Тихо. Сколько вас, а? Спасибо. Обязательно. Спасибо большое. Простите, пропустите, пожалуйста. Девушка, что вы толкаетесь? Вау, спасибо. Крупняк. Скажите, а когда Андрюш по телевизору покажет? Скоро. Скоро? Девушки, скоро? Все, девушки, прощаемся. Ой, спасибо. Пока. Андрюш, ты пакет забыл! Эй, Наташ, ты где? Пропустите, девчонки! Иди сюда! Ты только звони, ладно? Все. Все. Я тебя очень люблю. Андрей, я тебя тоже. Пока. Спасибо. Если ты исчезнешь, милый, я не буду слезы прятать, чтобы боль моя утихла. Их не хватит, их не хватит. А вокруг полно красавиц, невозможно не заметить, но за тех, что приручили, мы в ответ. Твой-то тебя поздравил. Нет еще. Ну и день рождения ведь еще не закончился. Ну да, да. Но вообще часто звонит-то? Когда в Москву приехал, позвонил. И потом еще раз. Это получается за 3 месяца только 2 раза. Ну он же занят у меня все время. Он же теперь звезда. Ну да. Ну а ты ему пытаешься звонить? Пытаюсь, но он все время недоступен. Слушай, а тебе не приходило в голову, что у него в Москве кто-то есть? М? Даш, ты что? Как ты можешь? Ты же моя подруга. Вот подруга, поэтому и говорю. Москва – город соблазна. Да нет, этого не может быть. Ой, интересно, как он там сейчас? Похудел, наверное. За ним там даже присмотреть некому. А он у меня такой рассеянный. Вот перед ним тарелку пока не поставишь, так он и вовсе может забыть поесть. Нет, я так больше не могу. Прости, что я порчу тебе праздник. На, полюбуйся. Как свадьба? А я? Он же мне обещал, что мы... Да он много кому обещал, понимаешь? Он и Любке Чернышовой, и Ленке Шлайковой, он даже ко мне клеился. Что же мне теперь делать? У меня жизнь рухнула. Жизнь твоя только начинается. А что делать? Что делать? Мужика тебе надо завести. Хорошего. И не простого, а золотого. Чтоб потом твой Андрюшенька локоть себе кусал. Смотри, что я нашла у себя в ящике. Московское брачное агентство «Золушка». Вам, девушки из глубинки, знакомство с миллионерами. Ты должна туда написать. Ты то, что им нужно. А где они берут этих миллионеров? Сами они к ним приходят. А как же миллионер? Они же не могут знакомиться на улице. Неудобно.
А девушки и круга западают только на их деньги. Вот и приходится бедный миллионер искать свою любовь через интернет. А что ж ты сама туда не напишешь? Сначала давай устроим твое счастье. Садись за компьютер. Значит, так. Пиши. Дорогая Зушка, меня зовут Наталья. Я очень хочу познакомиться с миллионером. Дорогая Наташа, для современного миллионера непросто найти достойную жену. Вот тут на помощь прихожу я. Меня зовут Мадлен. Наши услуги для девушек бесплатны. За все платят женихи. Скоро я вам сообщу, когда вы с ними встретитесь. Наташа, собирайтесь в Москву. Встреча с миллионерами назначена на 9 июля. Вы должны выглядеть ухоженно и не вульгарно. И возьмите деньги. Миллионеры любят проверять своих избранниц на жадность. Поэтому будьте готовы к тому, что платить за себя вам придется самой. Учтите, Москва – город дорогой, так что денег должно хватать на все. Но женихи это оценят. Деньги и украшения спрячьте в дорожной сумке. Практика показывает, что в поездах и на вокзалах чаще всего крадут маленькие дамские сумочки. Жду вас 8 июля на Киевском вокзале. Главное, что на тебе сразу несколько женихов подгонят. Возьмешь эту кофточку, этот костюм и мою лисью накидку. Даш, ну какая накидка? Июль на дворе. Ну что? Зато шикарно. Ты вообще знаешь, сколько она стоит? Твои миллионеры от зависти умрут. Ну ладно, давай. Только я так много всего набрала. Ну и что? Пусть видят. Мы хоть из провинции, но тоже не хухры-мухры. Так, теперь деньги. У меня есть. Не смеши, а? Зарплата библиотекарш. Вот. Мой НЗ. 1500 баксов. Даш, я не могу. Как я потом тебе их отдавать буду? Но ты же все равно их не потратишь. Зато тебе будет спокойнее. Угу. Теперь о главном. Как с ними общаться? Если приглашают в ресторан, заказывай салат и сок. Этим ты покажешь, что не собираешься их изорять. Они это любят. А ты откуда знаешь? Поверь мне, как женщине. Давай поменяемся. А? Значит так, если захочет душу излить, глаза в салат и молчи. Про несчастную любовь не рассказывай. А то еще подумаешь, что неудачница. Знаешь, Даша, а я ведь в Москву не столько из-за миллионера, сколько из-за Андрея еду. Мне кажется, я его там увижу. Правда, не знаю, что ему сказать. А не надо ничего говорить. Ты просто плюнь ему в рожу. Он все поймет без слов. Пошли. Слушай, присмотри там для меня что-нибудь, ну, удобоваримое, а? Добрый день. Госпожа Орехова, Наталья. Здравствуйте, да. Очень приятно. А я Иван, водитель Мадлен. Очень приятно. А где она сама? Она в машине. Ну что, идемте. Как говорится, навстречу судьбе. Давайте вашу сумку. Нет, спасибо, я давайте, сама. Давайте. А то что обо мне подумает? Молоденькая девушка, с такой тяжестью, а здоровый мужик рядом с пустыми руками. Прошу. Ну что, вперед и смелей? Когда ехать? Ужасно. Ужасно. Сейчас
еще одну девушку. И потом я расскажу вам, как вы сможете обрести свое счастье в Москве. Столица ждет вас! Здравствуйте. Добро пожаловать в Москву. Я Мадлен. Очень приятно. Наташа, я думала, я одна буду. Ну, у нас же агентство. И очень много желающих выйти замуж. Но, увы, не волнуйтесь. Без женихов не останетесь. Так, девочки, план действия такой. Сейчас грузимся в машину, едем в гостиницу, приводим себя в порядок и вечером на ужин с миллионерами. А какая гостиница? Самая лучшая. 5-звездочная. Простите, а разве мы все поместимся там? Нет, конечно. Иван поедет вперед, отвезет багаж, а мы с вами. Мы с вами поедем в лимузине. Чего ты представляешь? Ну что, я поехал вперед. А вы догоняете? Давай, мы следом. Что? Чуть не забыла. Чтобы не терять времени, прочтите и распишитесь. Что? Это договора. Как только вы их подпишете, мы официально будем считаться вашими агентами. Юра! Юра! Глухой, что ли? Ну вот, где он встал? Договаривали же. Так, девочки, стойте здесь. Никуда не уходите, а то потеряемся. Я сейчас. Ладно, слушай, дай посмотреть, что у тебя. Дай посмотреть, то же самое. Роспись, нет, на самом деле. А кто из вас откуда? Мы с Любкой из Воронеж. Салют. Я из Саратовской области. Жеф. А я из Пензы. Валенки. Чего? Деревня Валенки. Она не идет. Ну, если вдруг что тебе это скажут, переписать перед. И вообще. Да, что-то так долго вообще. Жалко себе. Ну, пожалуйста, пойдем. На самом деле, да. На самом деле, знаете, мы можем нормально. Здрасте. А где Мадлен? Какая Мадлен? Вы Юра? Нет, я не Юра, я Игорь Михайлович. Как? Подождите, а вы что, не знаете Мадлен? Никакой Мадлен я не знаю. Ой, девочки, извините, ко мне клиент пришел. А может, вот он идет? Нет, это вообще. Ну, она сказала. Слушай, а что такое происходит-то? Что происходит-то? Блин, вот попали, дура, а? Чё-то я не въезжаю, а? Да чего ты не въезжаешь? Кинули нас, развели. Как это? Да как? Как лохушек. Говорила мне мать. Куда же мы? Куда же мы теперь? Куда-куда? Обратно в родной колхоз. Хорошо, хоть бабла немного взяла. И мы тоже. Ой, ну чё, Кать, домой? А куда еще? Пока. Я тоже пойду. У меня поезд через час, может, еще успею. Пока. Подождите, девчонки, может быть, в милицию? Ага. Час, искать они их будут. Милиция с ними в одной связке. Да, валить отсюда надо, пока нас самих не замели.
Но... Андрюшенька, пожалуйста, возьми трубку. Пожалуйста, ну пустите меня, ну мне очень девушка, надо. Я же вам говорю, у нас дресс-код и фейс-контроль. Вы русский язык понимаете? Я понимаю, но... Второй, я первый. Выводи, как понял. Первый. А что, концерт уже закончился? Закончился. Сейчас увидите своего героя. Отойдите, девушка, отойдите. Ночевать негде. Вам-то что? Ничего. Просто иду мимо, смотрю. Девушка плачет. Если вы мне так на что-то намекаете, то я не такая. Да вы не в моем вкусе. Я квартиру сдаю. Вы вроде приличная. Квартира нужна? Нужна. Очень. 600 баксов. Сколько? Да у меня денег таких нет. Сколько есть? Мало. Понимаете, меня обокрали. Украли все, что у меня было. Понятно. Я тоже не мать Тереза. До свидания. Подождите. Че? Вы ведь 600 долларов за месяц хотите? Ну? Мне не надо на месяц, мне всего на неделю. И у меня есть 150 долларов только в рублях. Ладно, пошли. Теперь эта берлога ваша. А. Спасибо вам огромное. Понятно же, что в курсе. Ну. Так, знаешь что? Давай вот это вот, без пошлости. Ну. Не, ну мне вот это вот нравится, да? Я же тебе 100 раз говорил. С Владиком мы расстались. Почему? Потому что он идиот. Ну и что? Господи, ну я же тебе говорил, что Владик это ошибка природы. Ну так получилось, да. И на старуху бывает порнуха. Проруха. Ну ладно, не ревнуй. Лучше скажи, когда мы увидимся.
Слушай, ко мне, кажется, грабители ворвались. Что мне делать? Нет, пистолет у меня нет. Есть бритва. Только трубку не вешай. Если через 5 минут я тебе не отвечу, тут же вызывай на мой адрес всю милицию. Слышишь меня? Сообщики где? Не знаю. Руки вверх! Мама! Ой! Ну, законченная! Вы кто? А вы кто? А я первый спросил! Ты представляешь, это какая-то девка. Что вы здесь делаете? Нет, это вы что здесь делаете? Нормально. Сначала ворвалась, изувечила, а теперь спрашивает, как вы сюда попали? Я сняла эту квартиру. Да что вы говорите? А я вам ее сдавал? Мне ее сдал какой-то парень. Какой еще парень? Ну, худощавый такой, светленький. Владик? Нет, ну можно это выдержать, а? Он теперь кому ни попадя мою квартиру сдает. Да нет, вроде она на грабитель не похожа. Ну вот что. Снимайте мой халат и выметывайтесь. Куда? Я за эту квартиру все деньги отдала, мне ночевать негде. До свидания. Это не мои проблемы. Вам Владик квартиру сдал. Вот с ним и разбирайтесь. Боже, я, кажется, умираю. Я не очень бледный. Нет, а вы можете сами двигаться? Куда? Я, наверное, 2 литра крови потерял. Так, а у вас есть винт, зеленка, йод? Слушайте, я вам не 0,3. Вот там, до полочки, посмотрите. Ну и куда вы пойдете? Москва большая. Ладно, вы извините, что так получилось. Надеюсь, вы быстро поправитесь. Господи, бедняжку могу говорить кто угодно. Эй, как вас там? Я сегодня все равно уже никуда не пойду, по вашей милости. Так что можете остаться. Но только на сегодня. Сынок! Неблагодарный! Отныне я запрещаю тебе есть хлеб в моем доме! И если ты думаешь, что это ты ушел, нет, это я тебя выгнал. Я! И пока не одумаешься, не возвращайся! Нет, он еще учить будет, как мне поступать, а? Да кто ты такой? Сопляк! Малакас! Адефато! Георгий, дорогой, почему ты так кричал? Что случилось? А где Саня? Он не будет завтракать? Он больше не будет ни завтракать, ни обедать, ни ужинать в моем доме! И еще! Я запрещаю здесь произносить имя этого мерзавца! Все! Опять поссорились. Святой Георгий, да что же это такое? Тео дома? Дома. Позвать? Тео, сынок, папа зовет. Георгий... А что на этот раз, скажи? Мне надоело потакать этого мальчишки. Он постоянно нарушает наши законы, презирает традиции. Он не уважает меня, своего отца. Пап, ты меня звал? Сядьте оба и слушайте. С этой минуты я запрещаю вам говорить о Сане, даже произносить вслух его имя. Забудьте о нем раз и навсегда. Понятно? А что случилось-то? Тихо. Он хочет поссорить нас
Сократом Ананасисом заявил, будто все наши договоренности для него пустой звук, и что он не имеет к ним никакого отношения. Ха-ха! Георгий, скажи, что ты пошутил. Какие шутки, Камилла? Речь идет о чести нашей семьи, о нашем деле, о моей репутации. Как я буду смотреть в глаза Сократу, как? Ну что же нам делать? Я не знаю. 25 лет назад я дал Сократу слово в присутствии свидетелей, а этот сопляк Санни! Боб, ты только что произнес его имя. Позор на мои седины. Георгий, ну, может быть, он одумается. Дай ему время. А если не одумается? Я буду ждать 3 дня. Если через 3 дня он не вернется, я решу, как с ним поступить. Слушай, вкусно. Ну и как нас зовут? Наташа. А вас? Дионис. Вы из Греции? Нет, это мой творческий псевдоним. Артист? Ну, в каком-то смысле да. Когда я работаю, все рыдают. Я стилист. Создаю красоту. Девиз моего салона: заходите, не бойтесь, мы не такое видали. Ну а ты? Кто? Откуда? Зачем в Москву припорхала? Я библиотекарь из глубокой глубинки. А приехала, стыдно сказать. Вы знаете такого певца Андрея Цветкова? Смазливенький, что ли, такой? Звездулька? Слушай, а ты чё, его фанатка? Бывшая невеста. Этот Лапа был твоим женихом? Как же ты его отпустила? Я б так не смог. Я не отпускала. Он меня бросил. Ради миллионерши. Потому и приехала. Хотела назло ему найти себе миллионера. Хо. Написала в брачное агентство, а они пригласили меня сюда и ограбили. А потом я встретила вашего знакомого. Ну, а дальше вы все знаете. Ну да, да. Давай, напоминай мне. Да. Проехали уже все. Ошибки молодости. Ну и что теперь делать-то будешь? Работу искать. Не могу я так домой вернуться, понимаете? Я должна своей подруге $1500 и еще кучу вещей. Даже позвонить ей боюсь, ее удар хватит. Так что пока у этой Мадлен свое не заберу, никуда не поеду. Наивная ты. Ну ладно. Я тоже вроде человек доверчивый. Да и ты на вид порядочная. Опять же, готовишь хорошо. Ну ладно. Можешь пожить у меня. Дионис, спасибо, вы такой добрый. Так, спокойно, без фанатизма. Я сказал, пожить у меня, а не со мной. Чувствуешь разницу? Да. Как все запущено. Видон у тебя. Прямо эта глубинка из тебя так и прет. А меня это зрелище страшно нервирует. Ну ладно. Приступим. Слушай, а тебе мои вещи идут? Ну? Ну, хоть на человека стал похожим. Что? Жить надо красиво, ляля моя. Клин-клин-клин, клинит моя голова. Стын-стын-стын-стынет, стынет моя душа. Клинит мой новый герой. Стын, 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 стынет. Чай приготовленный домой. Стынет моя голова. Клин, вам клин, туда. Клин, белая дверь направо. Спасибо большое. Клинит моя душа. Здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно. Ваше имя? Орехова Наталья. Очень приятно. Алекс, что же вас привело в эту забегаловку, Наталья Орехова? Там у вас написано, что требуются официанты, я и решила. Почему забегаловка? Очень симпатичное кафе. Да? А по-моему, полный отстой. Повара готовят ужасно, официанты ленивые, зарплаты копеечные. Ну, я вас не отговариваю, у вас, наверное, причина есть. Угадали. Рассказывайте. Что? Все, кто, откуда, почему, зачем. Еще желательно знать ваши параметры и отношение к проблеме голода в Африке. А при чем тут Африка? Ну хорошо, Африку можно опустить. Мне 23 года, почти. Так. Библиотекарь. В Москве случайно. Очень нужны деньги. Официантка никогда не работала, но я очень старательна и быстро учусь. Замужем? Гражданский брак? Нет, а это важно? Конечно, потому что смотрю на вас и думаю, а ну его нафиг это кафе, давайте жить вместе. Все ясно. До свидания. О, Антон Андреевич, извините, мы вас не ждали. Так, почему здесь? Почему не в зале? Между прочим, Марьяна там зашивается одна. Живо! Вы ко мне. Наталья, познакомьтесь, наш менеджер Антон Андреевич. А это госпожа Орехова. Жаждет разносить пиццу. Давай, давай, живо, 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 живо! Работать, работать! Вы по объявлению? Угу. Угу. Проходите. Присаживайтесь. Да. Вот, пожалуйста, анкета. Прошу, заполняйте. Скажите, а этот Алекс, он кто? Официант. Не обращайте внимания. Терпим его. Знаете, только из-за того, что он проворный. А с персоналом, как вы уже успели заметить, у нас напряженка. Так что ваш приход как нельзя кстати. Да. Марьяну ко мне. Сейчас Марьяна вам все расскажет, покажет. Да, форму возьмете тоже у нее. Что еще? Зарплата у нас невысокая. Зато обеды бесплатно. А, это Наташа. С завтрашнего дня она работает у нас. Так что покажешь ей все, расскажешь. Ну что, удачи вам. Ждем вас. Мы вас ждем завтра. С утра. Вот. Спасибо вам, Антон Андреевич. Вы не пожалеете. Надеюсь. Да. Георгий Георгиевич, мы нашли его машину. Где? На стоянке, возле Шереметьево. Возможно, он улетел. Что, дьявола, малакасаде? Простите, ребят. Просто этот паршивец, он меня с ума сведет. Вы пока свободны. Ага. Угу. Дорогой, почему ты не идешь обедать? Санни улетел. Как улетел? Куда? Не знаю. Ребята нашли машину возле Шереметьево. Что же нам теперь делать? Молись, чтобы Сократ как можно дольше не вспоминал о нашем обещании. Пресвятой Господи, святой Георгий, помоги нам. А когда Саня вернется, ты же не будешь с ним очень строг, ведь правда? Я его в порошок сотру! Я не для того его вызвал из Лондона. Пусть сначала выполнит условия помолвки, а уж потом возвращается обратно учиться. Девушка, вот сколько мне еще ждать? Сейчас, минуточку. Девушка!
Девушка, вы, может быть, нас обслужите наконец? Девушка? Так и быстро загоняют. Девушка! Ничего, уж пусть покрутится. Девушка! Вы нам хоть меню дайте, мы пока посмотрим. Извините. Девушка, что это такое? Что это? Лазанья вегетарианская, как вы и заказывали. Я заказывала мясную пиццу, ее уже полчаса. Что, издеваетесь? Простите, я перепутала. Красотка, давно здесь? Вы что, я сейчас менеджера позову. Антошу? Давай, зови. Давно не виделись. Тебя как зовут, а? Пустите меня. Ну что? Ну ладно, скажи. Пустите меня. Скажи. Что вы делаете? Пока не скажешь, не пущу. Пустите! Пустите! Пусти, видели, а? Это она специально испортила мой костюм. Ах ты, сволочь! Испортила мне костюм, а? Шварценеггера сделаю. То есть я буду губернатором Калифорнии? Работай, все в наших руках. 9. 10. Штанга. Афродита? Что, пить хочешь? Нет. Я тебя люблю. Как своего инструктора? Нет. Как женщину. Выходи за меня. Тео! Тео, милый Тео! Этот удар штангой ничего не значит, господи! Что же мы скажем Санне? Я ведь с ним помолвлена, Тео! Очнись! Тео! Теодор! Мне с тобой так легко, как будто я тебя всю жизнь знала. Никогда бы не подумала, что ты такой. Я сначала представляла тебя иначе. Каким же? Наглым, пустым. К тому же еще Альфонсом. Прости. Минуточку. Наглого я еще вынесу. Пустого, ну это субъективное мнение. Многие считают, что я переполнен интеллектом. А Альфонсом-то почему? Не знаю. Наверное, потому что мужчина с такой внешностью предпочитает сидеть у кого-нибудь на шее. Ты слишком красивый. Да? Все-таки у вас, женщин, странные вкусы. Теперь буду относиться к своей красоте более бережно. Может быть, удастся ее выгодно продать. Извини, я не хотела тебя обидеть. Просто... Я сама долгое время очень любила красивого парня, который мечтал только о деньгах. Вот и нашел себе целую нефтяную вышку. Ну, может, он еще передумает и вернется к тебе. Да нет, у него теперь такая жизнь. Вряд ли он променяет ее на меня. Да ладно, откуда ты знаешь? Я бы на его месте променял. Деньги – это хорошо, но любовь. Да. Жаль, что он не ты. Жаль. Ну, как твои дела, сынок? Вчера 700 раз отжался. Молодец. Ну, а кроме этого, еще чем-то заняться думаешь?
Чем ты питаешься? Разве же это еда? Пап, давай сменим тему, а? Мне нужно с тобой серьезно поговорить. Говори. Мне уже почти 26 лет. И что? Я замуж хочу. А ты думаешь, я не хочу? Вот я и подумал, папа. Мне надо жениться, наверное. Святой Георгий услышал мои молитвы. Мой сын наконец-то взялся за ум. Кто она? Афродита. А, красивое имя. Твою прабабушку тоже звали Афродита. Ананасис. Да я, может быть, сплю и вижу, как выдать тебя замуж. Да? Но Санни, как я только завожу речь о свадьбе, начинает смеяться надо мной. А сейчас он вообще пропал. Но я уверена, что он сбежал, чтобы не жениться на мне. Да он не имеет права от тебя сбегать. Вы предназначены друг для друга с детства. И это вопрос чести. Когда Георгий начинал свой бизнес, ему не хватало денег. Он обратился ко мне. А у Сократа как раз родилась Афродита. И он на радостях одолжил мне деньги без процентов. И вот тогда я поклялся, что когда Афродита вырастет... Сани женится на тебя, потому что мы благородные люди. Афродита выйдет замуж за твоего брата. Но, папа, у нас не столько общего. Я люблю спорт, она любит спорт. Я люблю казино, и она любит казино. Я люблю кебаб. И она любит кебаб. Кто не любит кебаб, покажи мне такого человека. А если он скажет, что они передумали... Тогда я убью этого Георгия и этого негодяя Санни. Будут знать, как нарушать слово. Они обещали мне, что ты войдешь в их семью. И пусть попробуют только меня обмануть. Папочка, но ведь есть еще и Теодор. И он мне нравится гораздо больше, чем Санни. Может быть, я выйду замуж за него? Я предпочту видеть тебя старой девой, чем замужем за этим идиотом. Ну, папа! Ну, папа! Шляпа! Я все сказал. Женщина, вы берете или нет? Спасибо, мама. Извините, пожалуйста, а можно мне журнал «Тусовка»? Можно. Спасибо. И что рассказывают? Привет. Привет. Да, все тоже. Встреча с продюсером. Приезд в Москву, большая любовь. В общем, опять сказка про Золушку. Да мало ли что говорят в интервью. Очень часто люди изображают не тех, кем они являются на самом деле. Может, его заставили так говорить. А в тот момент он о тебе думал. Вот. Что-то не то сказал? Или у меня прыщ на носу? Невероятно. Что? И что? Ну, вы так похожи. Просто одно лицо. А по-моему, ничего общего. Хотя ты не первая, кто мне об этом говорит. Меня даже в шоу двойников приглашали. На вечеринке был замечен наследник оливково-винной империи, завидный жених Александр Папандополос. И имя тоже похоже. Так это точно не ты? Ну, если бы это был я бы, наверное, не разносил пиццу. Я ездил бы на Бентли. Причем где-нибудь в Лондоне. Угу. Наверное. С ума сойти, как люди могут быть похожи. Да он маменькин сынок, сразу видно. Прожигает папашины деньги. А жизни настоящей не нюхал. Правда, он миллионер. Значит, внимание девушек ему обеспечено. Я даже знаю одну такую девушку. Ты что, мне всю жизнь будешь это припоминать? Ты же знаешь, почему я так сделала? Знаю, знаю. Просто пошутил.
Ой, извините, я не знала. Орехова. Орехова, заходи. Ничего страшного. Я вам обед принесла. Угу. Обед это прекрасно. Ты последнее время стал такой покладистый. Вы что? Я прав? С ума сошли! Отпустите! Только ты мне даже больше нравишься. Тихо, тихо. А такой? И что, все мужчины такие? Да. Я вот другого не понимаю. Вот что они в тебе находят? Ведь и смотреть-то не на что. Дионис, ну как ты можешь такое говорить, девушка? Не слушайте его, вы очень красивая. Он вам просто завидует. Чему? У нее столько проблем, и все у меня на голове. Да, что случилось? Понимаете, я приехала в Москву, а меня... Так достаточно. Сомкни клюв. Я сам расскажу. Короче, у нее украли деньги, которые она копила на операцию. Ой, какой кошмар. Я случайно встретил на мосту, когда она пыталась сюда биться. Ужас какой. Привел домой, обогрел, оставил у себя. Помог ей найти работу, но ее уволили. Теперь даже не знаю, что она будет делать, если не найдет деньги на операцию. Даже страшно подумать. Что-то серьезное. А тебе лучше не знать. Кошмар. Да вообще атас. И что же вы будете делать? Я буду искать новую работу. Слушайте. А идите ко мне. Я как раз ищу новую прислугу. Я вижу, вы девушка хорошая. Тем более подруга Диониса. Вообще-то я никогда не работала прислугой. Ну, вам же нужны деньги. Ну, нам же нужны деньги. А знаешь что? Соглашайся. Знаешь, как я на бабки платит? Ну? Хорошо, я согласна. Привет. Привет. А чё ты такой красивый? Какие планы на вечер? Ой, ты знаешь, отдыхать. Может, в клуб? Прости, я, наверное, не смогу. Во-первых, я очень устала, а во-вторых... Тебе нечего надеть? Как ты догадался? Я не помню, я уже говорил тебе, что умею читать мысли. Это тебе. Ой, что это? Ты с ума сошел? Где же написано «Армани»? Сказать по правде, это подделка. Ну, сама подумай, где я тебе «Армани» возьму? Соседка челноком работает, возит из Турции всякое барахло. Примерь. Ой, я, наверное, не пойду.
Не подошел? Ну, я даже не знаю. Черт, я был уверен, что угадал с размером. Дело не в размере. Я просто не уверена. Я не знаю, как это все носить. Предлагаю выпить за этот вечер. А? А это, наверное, очень дорогое место, да? А, да нет, не очень. А нас отсюда точно не попросят. Я же тебе сказал, охранник на входе, мой приятель. Потанцуем? Спасибо за танец. Это было прекрасно. А теперь в бар. Какие напитки ты предпочитаешь в это время суток? Я даже не знаю. Я ничего в этом не понимаю. Значит, будем импровизировать. Андрю, я танцевать хочу. Сейчас я только с Валдисом поздороваюсь, хорошо? Ну, Андрю... Я недолго. Только недолго. Хорошо. Лен, здравствуй. О, какая встреча. Здрасте, здрасте. Да, добрый день, здравствуйте. Скажите, я вот слышал, у вас будет новое музыкальное ток-шоу. Вот, а у меня как раз новая песня на ротации. Нельзя ли как-нибудь, может, интервью сделать у вас? Но оно не совсем музыкальное будет, да и не совсем ток-шоу. Вы знаете, лучше, если честно, дирекцию, музыкальную дирекцию канала. Они этим занимаются, они этим живут, и будет наверняка, скорее всего, на профессиональном. Сейчас, извините, пожалуйста. Извините. Хорошо, Аня. Спасибо. Всего доброго. Наши финансисты сейчас как раз над этим работают. Вы знаете, прекрасная идея. Ты танцевать, кажется, хотела. Извините, ребят, о делах потом. Пока. Ну что за хамская манера влезать в чужой разговор? А что за хамская манера игнорировать меня? Я, между прочим, известный певец, а ты себя ведешь, как будто я какая-то вещь. Знаешь что, певец? Не забывай, кто ты, а кто я. И кто здесь зарабатывает деньги. Я не забываю. Да. Ты не даешь мне об этом забыть. Только ты помни, в свою очередь, что вся страна знает тебя в лицо. Благодаря мне. И когда мы поженимся, ты будешь женой Цветкова, а не я буду мужем Гусевой. Понятно? Знаешь что, дружочек, я еще подумаю, нужен ли мне такой муж. Понятно? Мне здесь так нравится. Все как в сказке. И это платье, и украшения. Этот клуб, столько красивых людей. Я прям как Золушка какая-то. Правда, в последнее время я это слово ненавижу. Да уж, сказка. Не понял. А что это вы тут делаете? Папандополос. Привет, 100 лет тебя не видел. Как твои дела, рассказываешь? Прошу прощения. Папандополос, а ты давно вернулся? Откуда? Как откуда? Ты же в Лондоне был, твой брат сказал. Ну вот опять. Ребята, мне кажется, вы меня с кем-то путаете. Вы вообще кто? Что значит кто? Я Вадик, это Дима. Мы с тобой вместе в МГУ учились. Лондон, МГУ, Вадик, Дима. По-моему, мне навязывают чью-то чужую жизнь. Уважаемый Вадик и Дима, мне очень жаль, что я не оправдал ваших надежд. Что я не... Как вы там сказали? В общем, я не он. А нам уже пора.
Не скучайте. Андрюш, ты так и будешь весь вечер молчать? Ну, посмотри на меня. Ну, пожалуйста, Андрюш. Ну, не обижайся. Да, я вела себя некорректно. Обещаю, больше никогда не скажу тебе о деньгах. Ты меня прощаешь? Прощаю. Андрюшенька, котик мой, ты не расстраивайся, это пройдет. С кем не бывает. Андрюшенька, открой. Алло. Алло, Даш, привет, это Андрей. Какой Андрей? Цветков, у тебя так много знакомых Андреев. Ты с кем там разговариваешь, Андрей? О, а с чего такая честь? Вы же теперь у нас большая звезда. Как это вы снизошли до нас? Скажи мне, где твоя подруга? Я ей звоню, звоню, а она не отвечает. Вот мне интересно, где она ходит в такое время? А, подругу, которую ты бросил? А она в Москву уехала. Угу. Давно уже, да. Как в Москву? Кому? Да понимаешь, она себе жениха нашла. Угу. Миллионер. Красавец, влюбился в нее по уши и замуж предложил выйти. Ладно, врать-то. Где она его могла найти? Слушай, что ты вообще возомнил-то о себе? Ты думаешь, на тебе свет клином, что ли, сошелся? Глаза-то протри. Мужиков вон вокруг. Андрей, ой, открой. Правильно Наташа сделала. Открой немедленно. Послушай меня внимательно. Передай своей Наташе, что если я узнаю, что она мне изменила, она меня больше никогда не увидит. Ясно? Ой, ой, ой. Открой, говорю. Боюсь, боюсь. Андрей, открой немедленно. Открой немедленно. Ты кому звонил? Бывшей своей, да? А? Оставь меня в покое. Видеть тебя больше не могу. Что? Ты живешь в моей квартире. Тратишь мои деньги. Толку от тебя ноль во всех смыслах. И еще смеешь меня оскорблять? Ты меня достала. Что ты сказал? Я спрашиваю, что ты сказал? Ты меня достала, дура ревнивая. Пошел вон отсюда, урод. Бездарность. Убирайся отсюда. Да с удовольствием. Потому что меня же тошнит от тебя, от твоих денег. Вот иди и зарабатывай их сам, козел. Жалко мне тебя. Денег у тебя много, а счастья нет и не будет никогда. Это тебе на память, чтобы было что вспомнить. Ах, какой запах! Замечательно! А долго еще ждать? Да нет, утка уже готова, а пирог я через 3 минуты достану. Вы уж постарайтесь. Я жду в гости свою старую подругу. Очень хочется ее удивить. Добрый день. Анжела дома? Да. Мне очень понравилось. Слушай, откуда столько денег-то? Выглядишь просто шикарно. Алло, салон Фея. Дионис, привет, это я. Слушай. Ну что слушай? Говори громче, тогда я буду слушать. Громче не могу. Ты знаешь, где живет Анжела? Ну? Срочно бери такси и приезжай сюда. Только ей не звони, ничего не говори. Жди меня в машине за воротами. Ну что за шпионские игры? Ну что ты молчишь? Ты у нее деньги украла. Ты что?
Просто здесь в гостях Мадлен, которая меня ограбила, помнишь? Все хорошо. У них там что, малина, что ли? У вас все готово? Да, Анжела Викторовна. Алло. Тогда несите. Алло. Все, больше не могу говорить. Приезжай, умоляю. Ну, рассказывай, как твои дела? Ой, все хорошо. Ту-ту-ту. А как Иван? Представляешь, предложение мне сделал. Но я поломалась сперва для приличия, а потом сказала «да». Слушай, поздравляю. Да, Ваня у меня молодец. Вот так, медовый месяц в Греции. Что это с ней? Наташа, у вас все в порядке? Да, все хорошо. Больная, что ли? Ну, что-то в этом роде. Точно не знаю. Но готовит вкусно. Mm-hmm. Слушай, да бог с ней. Пойдем обедать. Я очень рад видеть тебя в своем доме. Это большая честь для нас. За тебя, дорогой Сократ. За тебя, Сократ. За вас. Ну, как твои дела? Как здоровье Афродиты? Все хорошо. Слава Богу. Как вы? Где дети? Что-то я их не вижу. Но Тео на тренировке, а Саня уехал. Проблемы? Нет, нет, ничего серьезного. Скоро вернется. Это правильно. Пока холостой, может гулять. Но потом, когда женится, гулять уже не сможет. Это точно. Что у тебя нового? Да вот, разговаривал со своей дочкой Афродитой. Девочка выросла, хочет замуж. Я не против, но вот как Сани. А что, Сани? Ты же знаешь, как он ее любит. Ну так, может быть, назначим день свадьбы. Чего тянуть-то? Ты же знаешь, что мы сами хотим, чтобы твоя дочь вошла в нашу семью. Саня сам ждет, когда они вот-вот поженятся. Он на этой неделе скоро вот уже приедет. Да-да. Ну хорошо. Если в течение недели он не объявится, значит, я буду считать, что вы нас обманули, и приму меры. Сократ, это не разговор. Мы же друзья. Если Саня откажется жениться, Афродита будет опозорена, и я с ней. И если вы думаете, что я это так просто оставлю, то вы глубоко ошибаетесь. Сократ Ананасис слов на ветер не бросает. Что? Ты знаешь, сколько я здесь сижу? Вот в этом вот колхозе. У меня, наверное, целлюлит на всех местах вырос. Сейчас Мадлен уже уходит. Мы поедем за ней и узнаем ее адрес. Господи, откуда ты взялась на мою голову, а? Вот она! Пожалуйста, поезжайте за этой машиной! Чё ты орёшь? Шеф, трогай. Оно мне надо, вот это вот, на старости лет. Мы за ней проследим и узнаем, где она живет. Я пойду и припугну ее. Вот увидишь, она сразу все отдаст. А если она там не одна? А если тебя схватят? А потом меня, потому что я свидетель. Вывезут лица и будут шантажировать по очереди. Ужас. Ну, я не могу ее упустить. Вдруг она снова сбежит. Если ты боишься, я позвоню Алексу. Попрошу, чтобы он приехал. Кто это боится? Алекс, вы симпатичный. Все ясно.
одни нервы. Ты говорила с отцом? Да, но он и слышать ничего не хочет. Что же нам делать? Слушай, Тео, а у тебя паспорт с собой? Да, а что? А может быть, пойдем в ЗАГС и распишемся прямо сейчас? Ты чего? Нас же убьют! Папа хотел, чтобы я вошла в вашу семью. Хотел? Он хотел, чтобы я вышла замуж за сына дяди Георгия. Пожалуйста, я исполню его волю. А будет это Тео или Саня, какая разница? Огромная разница! Я, между прочим, умнее, красивее и сильнее Сани. Ну, какая же ты умница, а? Я бы сам про ЗАГС ни за что не догадался. Это потому, что у тебя белково-липидный обмен нарушен. Чего? Жена тебе нужна. Чего? Привет. Ой, кто это? Привет. Познакомьтесь, это Дионис, мой друг. Очень хороший и добрый. Да, практически ангел. Очень приятно. А это Алекс. Тоже очень, очень хороший. Да, я это заметил. Ну что, ты нам поможешь? Ой, даже не знаю. Честно говоря, у меня были другие планы. Ну хорошо, уговорили. Я такой податливый, прям ужас. Но только я останусь здесь. Как это? На шухере. Хорошо. Ну что, пошли? Пошли. Что? Позволишь? Ну да. И вот это. А это зачем? Потом. Ваня, это ты? Да. Добрый день, Мадлен. Как вы узнали? Что вам надо? Свое забрать. Так. А это? Это кто? Простите, я не представился. Известный киллер по кличке Гоголь. А Гоголь-то почему? Люблю на ночь мертвые души почитать. Где мои вещи? Вау! Наташа! Там. Это? Нет, большая, синяя. Яс. А. Вот она! А где еще лисья накидка? Я знаю, что она у вас. Там, в шкафу. Сами ищите. Я не знаю, где чем. И деньги. Сколько у вас было? $1500. Надеюсь, сдачи не надо. Здесь гораздо больше. Наташ, поблагодари милую даму и пойдем. У меня сегодня еще 3 клиента. Прощайте, Мадлен. Скажите спасибо, что я милицию не вызвала. А я не прощаюсь. Может, еще загляну. Ой, боже.
остальными будем делать. Как хорошо, что ты пришел, Ваня! Слушай, я тут в подъезде встретил одну из тех дурочек, которых мы кинули. Она еще там? Ну да, стоит с каким-то мужиком, обнимается. Ваня, они меня чуть не убили. Забрали мою лиснакидку, вещи забрали, деньги забрали. Ваня! Что, много денег? Много, Ваня, все! Вань, беги за ними скорее, а? Я тебя прошу. Не, может милицию? Какую милицию? Ваня, беги скорее! Лена, беги! Ура, у нас все получилось! Что вы меня пугаете вечно? Она так испугалась, когда меня увидела, сразу все отдала. Я ж говорил, ерунда. Вот так это. А ты боялась. Хорошо, что я стоял на стрёме. Алекс, спасибо тебе за все. Увидимся. Я тебе позвоню. Счастливо. Ну, хватит уже. Трогай. Куда она поехала? Мужчина, в чем дело? Да пошел ты! Куда? О, боже, где нос сломали? Я убираю. Вызовите МЧС! Он же мне сдаст потрохами. Бежать скорее. А наручники зачем надели? Затем. Беспредел какой-то. Что вы позволяете себе? Ну что? А, да, слушай, бывает же жизнь чудеса. Год за ними гонялись, толку ноль. А тут ехали, и вот они, голубчики. Если буду ждать сделать искусственное дыхание, я убью. Спасибо. Георгий! Георгий! У нас горе, Георгий! Саня в больнице! Как в больнице? Какой? Что ты говоришь? По телевизору передали. На него напали в центре Москвы. Он ранен. Поедем туда. Мой мальчик. Сыночек, как ты себя чувствуешь, сыночек? Голова болит. А где я? В больнице. На тебя хулиганы напали. Да? Странно. Мне казалось, это я на них напал. Мы так рады, что все обошлось. Доктор сказал, что ты пробудешь в больнице ровно сутки.
А завтра мы тебя заберем. Пап, все, еще сердишься на меня. Ах, Саня. Эта ночь была самой длинной в моей жизни. Я вдруг понял, что не имел права так поступать с тобой. Я был эгоистом. Прости меня. О чем ты говоришь? Это ты меня прости. Виноват только я. Нет, я больше не буду заставлять тебя жениться на Афродите. Нет, ты не должен отвечать за мои слова. Но только что я скажу Сократу. Поздравь меня, папа. Я теперь Папандополус, я вышла замуж. Когда? Вчера. Мы не могли больше ждать и расписались. Он что, сильно сопротивлялся? Нет, наоборот, он был очень рад. А где он? Я хочу его видеть. Он у себя дома. Пап, его родители тоже ничего не знают. Папочка, ты, главное, не волнуйся. Мы будем жить вместе только тогда, когда все будут в курсе. Пап, ну извини, пожалуйста. Но мы подумали, что это будет так романтично. Эх, молодежь. Ну ладно, не буду тебя ругать. О, наконец-то Папандополосы выполнили свое обещание. Сегодня же поеду к Георгию договариваться о свадьбе. Привет! А я билет на поезд купила. Завтра в 11 утра уезжаю. Ты рад? Что с тобой? На нас напала банда. Человек 5. Алекс твою сразу уложили. А я дрался один, как античный воин. И теперь мой греческий нос похож на рязанский. Слушай, я в таком шоке. Господи, а что с Алексом? Он жив? Чего страшного? Сотрясение. Отвезли в Первую Градскую. А кто на вас напал? Я их не спрашивал. Слушай, их было человек 7. Если бы ты знал, что мы пережили с твоей мамой. Пап, ну хватит, все уже позади. Со мной уже ничего не случится. Если меня не убьет Сократ за отказ жениться на Афродите, я буду жить очень долго. И даже успею вам надоесть. Ох, Сани, ты не знаешь самого страшного. Афродита расписалась с Тео. Когда? Позавчера. Ох, Сократ думает, что она вышла за тебя замуж. Он готовится к свадьбе, такой счастливый. Но я не знаю, когда он узнает, что не ты его зять, а Тео? По-моему, это гениально. Афродита и Тео – два собака пара. Я очень рад за них. Да, они тоже рады, да. Только что скажет Сократ? Я не буду слезы прятать, чтобы боль моя утихла. Их не хватит, их не хватит. Вижу только тебя в ослепительных снах. Я хочу... Девушка, скажите, пожалуйста, в какой палате лежит Алекс? Фамилия? Орехова. Это то есть вам нужен Алекс Орехов? Нет, вы меня неправильно поняли. Господи, я же не знаю его фамилии. Ладно, я сама поищу. Девушка, вы куда? Девушка, подождите, у нас они моложены, девушка! С тобою в мечтах, ночью и в каждом дне. Ты моя боль и страх, жить на этой земле. Не могу не любя, мысли все о тебе. Не могу без тебя! Стоп! О чем ты думаешь? Не знаю, просто настроение паршивое. Плевать мне на твое настроение! Пока не споешь как следует, отсюда не выйдешь. Петр, давайте еще раз. Миша, я тебя прошу, давай сделаем перерыв, а? Десять минут. Петр, покурите пока, пожалуйста. Мне надоел твой депрессивный вид, понятно? Я тебя сюда привел, чтоб ты работал!
Я столько бабок в тебя вложил! Господи, как вы мне надоели со своими бабками, Гусева, днем и ночью. Бабки, 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 теперь ты надоела. А как ты думал, что оно само тебе на голову упадет? Ты ноль! Ты вообще никто! Я привез тебя сюда из-за твоей смазливой мордашки, а в России таких тысячи! И завтра я приведу других, если ты не будешь пахать! Понял? Кстати, давай теперь поговорим о Гусевой. Какого черта ты с ней разбежался? Чего теперь газетам писать? Мне такой исполнитель нафига нужен? Еще тебе обещаю, напишу тебе 100 хитов. Просто мне сейчас хреново. Я скучаю по своей бывшей девушке. Завтра у тебя будет 10 тысяч девушек. Сам лично отберу. Только, пожалуйста, работай. Пожалуйста. Ну что мне сделать, чтобы ты пришел в себя? Устрой мне концерт в моем городе. Хочу вернуться туда звездой, чтобы все увидели, каким я стал. Заодно помирюсь с Наташей. Ведь она только этого и ждет. Ну ты пиши, что ли? Скучать я, конечно, по тебе не буду, потому что мне уже вот где он. Но если пришлешь открытку с цветочками, так и быть. Прочту. Спасибо тебе за все. Дюн, ты такой классный. Я тебя так люблю. Даже не знаю, как я теперь без тебя буду. Ну все уже. А то из-за тебя не ручаюсь. А мне плакать нельзя. А то нос поплывет. Дионис, у меня к тебе одна просьба. Пожалуйста, если ты увидишь Алекса, скажи ему, что я никогда его не забуду, что он самый лучший. Что я его люблю. Господи, зачем тебе этот официант? Ну, конечно, симпатичный, но ты вроде на миллионера нацелился. Да не надо мне никакого миллионера. Я люблю Алекса. Понятно. А я-то думала, она меня любит. Коварно. Ладно, увижу, скажу. Но мне пора. Спасибо тебе за все. И счастливо. И тебе, Орехова. Что, жить надо красиво? Ляля моя. Привет. Привет. Чай? Можно мне тоже? А ты как будто не рада меня видеть? Почему рада? Просто отвыкла. А я нет. Ты видишь, вернулся. У меня к тебе разговор серьезный. Я слушаю. А ты изменилась. Другая стала. Холодная, но очень красивая. Это все, что ты хотел сказать? Ты знаешь, я в Москве постоянно ловил себя на мысли, что мне чего-то не хватает. Не хватает твоей заботы, твоей любви, даже этого чая. Такое никто не умеет заваривать. Вот я и подумал, что мне надо ехать к тебе.
Потому что только с тобой мне по-настоящему хорошо. А как же твоя миллионерша? Задолбала она меня. Наташ, ты же понимаешь, это для пиара, это работа. Я хочу быть с тобой. Все, как мы планировали. И Зальцман обещал купить нам квартиру, если мы поженимся. М? Так я тебе ради квартиры нужна? Наташ, ну почему ради квартиры, Наташ? Ну хочешь честно? Хочешь? Но у меня без тебя вообще ничего не получается. У меня вдохновение пропало. Я писать не могу. Зальцман орет, наезжает. А я делать ничего не могу. Думаю постоянно о тебе. И вообще, я жутко соскучился. Иди сюда. Сядь. Я знал, что ты меня любишь. Я знал. В Москве мне даже показалось, что я тебя видел, но это вряд ли была ты. Я всегда думал только о тебе. Скажи, а ты думала обо мне? Думала? Андрей, пусти меня. Ты будешь моей женой? Ты выйдешь за меня? Андрей, я не знаю. Я старалась забыть тебя, понимаешь? Я приехал, чтобы жениться на тебе. Но ты же не любишь меня. Наташка, какая же ты красивая. Как я могу тебя не любить? Как? Скажи. Андрей, прошу тебя, не надо. Скажи, ты будешь моей женой? Будешь моей? Я не знаю. Это твоя Дашка, не открывай. Ну, вдруг что-то важное. Алекс, как ты меня нашел? Привет. Вот искал и нашел. Надеюсь, ты рада? Конечно. Не познакомишь? Это Алекс, мой друг из Москвы. Из Москвы? Ну и кто мы такие? Официант. Из забегаловки. Орехова, а у тебя вкус испортился? Всего лишь навсего официант. Андрей, прекрати. Ну, и зачем к моей невесте пожаловали? Хотел сказать, что люблю ее. И предложить руку и сердце. Еще поднос придачи. Наташа, я думаю, что грех отказываться от такой выгодной партии. Всегда сыта будешь. Андрей, у тебя дурацкие шутки. Алекс, не обращай внимания. Да мне все равно. Я же не к нему приехал, а к тебе. Только опоздали маленько. Девушка за меня выходит. Я тоже сделал ей предложение, и она сказала «да». Это правда? Не совсем. Что ж, извини, что побеспокоил. Желаю счастья. Алекс, подожди! Забудь о нем. Теперь есть только ты и я. Не надо, Андрей. Тебе звезда предложение делает. Или тебе этого недостаточно, а? Короче так, вечером едем на концерт, потом ужинаем с Зальцманом и завтра же в Москву. Ты сделаешь самый главный шаг. Уже этой ночью он приносит только боль. Вот такая роль ты на сцене, а он не оценит. Два часа на любовь, десять дней на разлуку. Столько можешь ты, но ты не мать и другу. Два часа как в раю, ты проснешься однажды. Тихо скажешь любовь, остальное не важно. Ты я, жестокая игра. Ты... Говорил я тебе, что он вернется. А ты не верила. На свадьбу погуляем, салатиков поедим. Ты что, Орехов? Ты хочешь свадьбу зажать? Девушка, сядьте на место. У нас съемка. Быстро. Ты что? Ничего, нужно просто.
мы счастливы выступать здесь перед вами. Андрей Цветков, один из самых романтических наших эстрадных исполнителей, решил показать свою новую программу здесь, в этом городе, потому что он тут родился. В зале присутствует много уважаемых людей, в том числе московский миллионер Александр Папандополус, который хочет сказать несколько добрых слов Андрею. Наталья Орехова, я люблю тебя больше жизни. Скажи, ты выйдешь за меня замуж? Ну, скажи что-нибудь. Я не соглашайся, он супер! Я не понимаю, почему ты выдаешь себя за миллионера? Слушай, ты, это моя невеста. И мне плевать, кто ты такой, понял? Она моя, и я тебе ее не отдам. Я в этом не уверен. Я тебе убью. Попробуй. Мне жаль тебя разочаровывать, но я действительно тот парень из журнала. Александр Папандополус. Как? Ты же мне сам говорил, что... Да, Господи! Ты что, мне врал? Ну зачем? Ну так получилось, прости. Я захотел лезть в чужую шкуру, пожить чужой жизнью, но это же такой невинный обман. Господи, как вы мне надоели со своими невинными обманами. Оставьте меня в покое, оба! Дай мне ключи от вас. Что? Ну, подожди. Ты не унижайся. Таких девчонок у тебя еще миллион будет. Наташа, ну прости меня. Я, конечно, дурак. Надо было тебя предупредить, но очень хотелось сюрприз сделать. Как ты мог? Ты же все время меня обманывал. Как я смогу тебе доверять? Ну нифига себе, Орех, случилось чудо, а ты ревешь. Вот если бы он выдавал себя за миллионера, оказался официантом, ну, тогда, конечно. Ну а так? Ну чем тебе не сказка про Золушку? Давай, выходи и миритесь. Орехова, я люблю тебя. Слышишь? Ты слышишь? Люблю, Наташа, слышишь? Два часа на любовь, 10 лет на разлуку. Сколько можешь ты вновь принимать эту? Как в раю, остальное не
Я тут подумала. Ну, действительно, какая разница, чем ты занимаешься? Я же влюбилась в тебя просто потому, что это ты. Ну, любила я официанта. Теперь попробую полюбить миллионера. Может, и правда получится. Только обещай мне, что больше никогда не будешь мне врать. Обещаю. Слово Папандополоса. Все-таки вы меня обманули. Друзья так не поступают. Это так некрасиво. Дорогой Сократ, я тебе обещал, что твоя дочь выйдет замуж за моего сына? Да. Она вышла. Я тебе обещал, что она будет носить фамилию Папандополос. Она ее носит. Разве я не выполнил наш договор? Просердиться, ну. Посмотри, как они любят друг друга. Ну же, Сократ! Ха-ха-ха. За любовь! За любовь!